Фото помогает нам помнить человека, но фото отличается от самого человека. И совсем не обязательно, что мы будем чувствовать, если кто-то вспоминает, глядя на наше фото. Тем более, что если говорить о ушедших людях, о умерших людях, вспоминающий помнит ту форму, которой уже нет. Ее либо кремировали, либо закопали, там черви съели. И умерший человек, он уже давно забыл свой прошлый облик, который помнит только тот, кто смотрит на фото. Понимаете? Вот, Параматма у большинства живых существ отбирает память о прошлом. Поэтому тот какой-то родственник, там, отец, мать, неважно кто, на кого вы помните, да, он сейчас находится в каком-то другом месте, он уже не помнит своего прошлого тела. То есть вы помните этот образ, потому что вы еще живы, вы в этой жизни. А он уже в другой жизни, в другом теле, у него параматма уже отобрала память от прошлого. Все, эта связь прервалась, понимаете? Это вы думаете, что он такой же, как и он был. Потому что у нас, мы сейчас не можем себе представить своего родственника, которого мы знали внешне вот таким, что он сейчас какой-то другой, понимаете? И поэтому мы автоматически переносим идею, что он такой же, какой был, так и остался. Просто в другом месте. Я вот сейчас буду смотреть на твою фотографию, думать о тебе, и тебе там должно как-то, ты должен икнуть, да, что вот я тебе помню. Нет. Вот. А в материальном мире, да, какая-то связь может быть, пока и тот же, и другой живы, да. Вот. Но когда кто-то уже в другом теле находится, то есть я имею в виду, что среди живых, да, вот такая связь, она может присутствовать, но когда один уже в другом месте где-то находится, эта связь уже прерывается. Вот, поэтому мы помним лишь временный вот этот вот костюм души, который она носила в одной из своих жизней. После смерти какое-то первое время, пока душа еще новое тело не получила, она может сохранять связь со своим прошлым обликом, вот этим вот образом. И тогда вот на этом начальном этапе через фото действительно мы что-то можем передать. Вот. Но когда душа уже перевоплотилась и забыла о своем прошлом теле, вот, фото его прошлого тела, оно перестает быть вот этой дверью, этим порталом связи, потому что оно там уже абсолютно в другом виде. Вот, и оно уже забыло про вас все. Это вы его помните, потому что вы здесь. А этот родственник, он уже забыл вас, он в другом теле и в другом образе совершенно. Вот, поэтому фото родственников – это просто напоминалка для нас, понимаете? Вот, но, оговорочка, фото святых личностей, необычных людей – это вообще другое, понимаете? Вот, потому что эти личности, они уполномочены Кришной принимать служение и молитвы своих последователей. Поэтому Параматма передает учителю молитвы своих учеников, независимо от того, в каком он теле, где бы он там ни находился. Вот. А теперь представьте себе ситуацию, допустим, 200-летней давности, когда фото не было. Не было фотографии еще, понимаете, да? Как тогда люди эту связь поддерживали, да? Вот. То есть художников на всех не напасешься, чтобы они там по памяти восстанавливали портреты. Люди просто в памяти хранили, держали образ учителя или близкого человека. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-санкиртаной на Валдес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валдес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гит около 7 тысяч уже люди выкупили за 1,5 года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие.
Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Wildberries. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-Санкт-Киртана и давайте распространять книги вместе.